Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Византию в Sid Meier's Civilization 6. Сетевая битва на восьмерых человек. Проверяем, действительно ли Византия так крута, как я рассказывал о ней в рейтинге цивилизаций. Кстати, ссылка в прикрепленном комментарии. Как и ссылка на первую серию, всегда лучше смотреть с самого начала. Это на тот случай, если вы случайно наткнулись на это видео. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем, любимые зрители, приятного продолжения просмотра. Так, ну я так понимаю, надо... Давайте осуждаем Византию, да. Чего это да? Почему это Византия? Религию. Извините, ну, что... еще раз, у протестанца, у протестанца, крестовый поход. Ребят, если вы дадите мне... В смысле, не Византии, плюс 10 боевой мощи, он меня снесет на раз. Так я не прошу, я не прошу 10 боевой мощи. Давайте мы можем осуждать протестанца, вот и все. Зачем мне 10 боевой мощи? Понятно, что не надо мне 10 боевой мощи давать. А протестант у кого? Дайте 10 мощи. У Египта. Они точно никуда не нападут. Тихо, спокойно, науку разношу. Я тоже за плюс 10 мощи к Ямирной. Кому? К Ямирной. А, Ямирной. По-моему, это будет... Ну ладно, для меня и так конец наступил, но просто вопрос, что будет дальше, так что я как бы против. Это у монголов, он меня сейчас захватит, скорее всего, а дальше пойдет в Рим. Предлагаю не начислять ученых еще. Согласен. Ну, зачем? Что вы творите с учеными? Я думаю, лучше забанить этих, как он называется, полководцев, чтобы не в Армон гидили. А все, кому надо, уже получили полководцев, успокойся. Так эпоха уже новая, полководцы-то устаревают. Они до возрождения. Не знаю, у меня вообще нету военного лагеря, поэтому мне пофиг на кого хотите тогда этих. Я так понимаю, мы с Киром всех забрали, да? Ну я одного забрал. Вытянули, там, да? Там полководцев миллион забрала, да. Япония. Я их убивал просто пачками. Бота, когда шли они. Все-таки я мирный прошла. И не говори. Интересный ход был. Да блин. Да я чё сам не... Что это было? Чё он так сильно его? Не знаю. Так, массовое производство, ну пора военную инженерию открывать. Блин, могут убить вообще. Когда я там смогу тагмы покупать? 4 хода. Ну, за веру я имею в виду. О, вот это у меня в тему. Тагма построилась, зашибись.
Вообще, конечно, было бы круто их через вечную молодость все эти тагмы провести, но это слишком далеко. Так. Сто пять семьдесят четыре. Зашибись пока. Так, мне нужен еще один лучник. Может, в Антиохии сделаем. Так, еда, производство, ничего не залочено. Еда... О, тут на еду надо. Так, там два хода придет. Лян будет. И тут, наверное, пока на производство. Давайте. Ауч. Так. Лечимся пока. Опа. Селитрочка. Монументик. Ну что, тут центр, тут надо центр коммерции, потому что у меня тут из-за серебра плюс к деньгам.
Мне кажется, надо уже мир заключать. Ладно, Египет, готов мир заключать. Давай, давай. Может, союз? Чё-то да, нет. Пожалуйста. Надо экономику восстанавливать, все дела. А куда, интересно, Египет свои войска потом направляет? А мне некуда направлять войска. Дело в том, что у меня сверху горы, а внизу и справа море. То есть мне просто некуда их направлять. Ну, у меня с развитием тоже все зашибись, на самом деле. Так, а почему здесь... Ну, ты, наверное, пограбил хорошо так, в плане... Да, нормально. Денег. Ну, то есть, исходя из того, что я в это ничего не вкладывал, то это очень приятно. Ами, сколько у тебя городов осталось? Слушай, а распространи-ка мне, пожалуйста, религию. То есть твою на полностью фигу? Убрать? Нет, не полностью, нет. Ты вот на слушай, фигу. А давай-ка у тебя 626 веры, и ты сам купишь в Шедете все, что тебе надо, и сам распространишь. Кстати, да, точно. Ну, спасибо тебе. На здоровье. У меня этот апостол, между прочим, лечение обеспечивает, а не для распространения. А, ну я-то думаю, что-то у тебя как-то уж больно хорошо лечит. С этой войной теперь ни хрена не успеваю. Я тоже. Блин, темный век. Так, ну остался научный, наверное, давай. А, блин, я в нормальный вышел. Давай. Фак. Ну, я уже не буду обращать. Монументальность районы можно. Хотя, слушайте, а у перса же нету рели. Давайте перса пообращаем просто. Давайте я монументальность возьму. Так, мокшу назначаем в Никомидию. Исход евангелистов. Я через 10 ходов могу, в принципе, опять... Так, а перс индустриализации, да? А, блин, я хотел купить посела, блин. Да, надо сюда ставить. Соседство... Так. Против войск иноверцев уже нафиг надо. Давайте, ну, промышленной зоны вообще-то нету. Тоже как бы... Давайте довольство с гарнизоном. Соседство, новые строители, два действия. Тоже нафиг мне надо. Города с районом. Давайте вот это. Не знаю, зачем я древние стены поставил.
Чеченица нет. Блин, знаете что, мне Мачу-Пикчу бы, но, по-моему, ее уже построили. Или я ее не открыл? Не, вот она. Нет, это Чеченица. Блин, где-то Мачу-Пикчу была. Или она в техах? По-моему, я уже должен был ее открыть. Видимо, да. Так, лучника тут надо. Торговца надо покупать, я думаю. Слушайте, а может реально мне отправлять к Египту караваны? Ну там две еды всего, блин. Так, а почему я сейчас увидел какое-то распространение православия у себя? А, это, собственно, то, что, о чем я говорил. У меня Ватикан просто в союзниках, поэтому я использовал великого человека, он случайно распространился. Ну как случайно? Ну я не специально это делал. Ну Ватикан надо перекупать. Вот я бы, наверное, Амани в Ватикан скорее. Так, и поставить карточку первый посол. Давайте откроем тут что-нибудь на послов. Во, военная подготовка, а потом морскую традицию. В Никее промышленную зону сюда надо ставить. А не, вот на плюс 4, отлично. Так, тут рабочий получается нужен. Может купить? Нет, дорого. Там, если кто-то у кого-то города на воде, один в каравеллы пошел. Запускай таймер, походить, наверное, надо. О, выбранный кампус дает жилье и довольство, все бонусы. Сам в расстройстве сижу. Отлично. Вот это очень мне в тему, великий человек. Устроил себе анархию. А, молодец. Совершенно случайно, да. Это, наверное, все оставим, но еще гарнизон. Ну, короче, мне надо... Ребята, у нас еще долгий перерыв? Ну, я вернулся. Можно 3 минуты еще попросить мне срочно позвонить? Давай, давай. Я пойду Кардиф и Венецию захватывать. Этими корпусами сейчас, конечно, мы откроем сначала. Вообще до корпусов 11 ходов. Навигацию по звездам ускорили. Ну, такое. Так, я тут. Ну что, давайте... Не, блин, наверное... Блин, просто минус 48 золота в ход. Ну, это ж... Ну, это трындец. Ну, сам... Тебя никто не это... Да вообще, ну как так, блин? Лёш, будем союз продлевать? У нас сейчас заканчивается. Да, я ни с кем не собираюсь больше. Я повоевал с Египтом.
Да я смотрю, у тебя опять города все в протестантизме, и гурдвары ты не построил. Да я что-то передумал. Решил, что очень долго это, отказываться от промки большого. Так, потом один заряд. Давайте, наверное, пастбище сделаю. Так, я на месте. Кто-то попросил паузу. Слушайте, я не понимаю, вот это на 40... Так, давайте посмотрим. Все 38, да? 34, 43. Это вернулся только 3 минуты просил, да? Да, да, я сказал, да. Он ну все, я запускаю тогда. На золото. Ну, наверное, в Горден скорее. Сначала Кардив. Мне кажется, мне хватит тагм, корпусов тагм для этого. Посмотрим, конечно, потом Венецию. Я не буду пока покупать тагмы. Пока у нас... Так, это я иду в индустриализацию. Тут я хочу вырубить и промышленную зону здесь поставить. Так, а в Константинополе, похоже, промышленную зону либо тут надо делать. Я понимаю, что здесь типа ромашка нужна, типа зря я эти поставил лесопилки, но на самом деле сначала, понимаете, это все обрабатывается, это не просто так лесопилки, они все работают сейчас. А когда я тут еще поставлю другие районы, это еще фиг знает. Слушайте, может уже Кардиву войну объявить? Все равно там послов нету. По его юниты поубиваем. Продлеваем венгру. А у нас венгр есть в игре, да? Ну, Нидерланд, в смысле. Давайте, наверное. А, блин. Он был, так как он был в союзниках. Четыре хода еще надо ждать. Кир, продолжишь 61 монету, я тебе верну сотню. Как наберу сразу. Тебе... Слушай, Египет, а я тебе, кстати, брал 12, я тебе 15 вернул? Не, я не помню уже, честно говоря. Кстати, Египет, ты мне еще не все вернул, я тебе там много скидывал. Да я знаю, что ты скидывал. Сколько тебе надо, 68? 61, я тебе откинул уже предложение. А, давайте пока уйдем, не хочу я тут... Блин, Рим, а тебе зачем такая армия? Рим боится монгола. Ты чё, прям рядом с монголом хочешь сказать? Ты же на другом конце. Ты кому? Я его даже не нашел еще. Да, да?
Не знаю, там просто Америка все говорила, что следующий Рим. Ну, ты знаешь, у кого слушать. А вот прилучника, зачем я тут четвертого делал? Да, мне кажется, Рим просто не договаривает. Вообще, я в этом не начинал даже делать. Так, строителя. И Нидерланды нашлись. Первый посол, о, я забыл, в Ватикан союз? Отправить. Это далеко, дружбу хочу, а союз не хочу. Блин, какая же у Амера максимально неудобная столица. Ну, если я тебя открою, мне сейчас, так, что у меня сейчас такая ситуация, что мне обращение нижний караван только. Ну, мне-то я там... Византий, Нуру. Жалко, что ли, союз? А, ну, нет, давай союз, я только в тебя кидать ничего не буду. Ну, я, может, кину за... Давайте вот содержание давай, юнитов. Это 21 монету уйдет. Да. Ладно. Но я бы... Ремесленников, ладно, пока нет. Трех великих людей. Я пророка получил, ученого получил. Есть. Ну и больше я тут никого не ускорю я. Чё-то я не понимаю, три союза, всего два каравана Рим посылает, один караван Египет. Чё-то с вами союзиться неприкольно. Колизей, слушай. Мне сейчас надо города будешь растить. Я сейчас буду... А, наверное, да. Ставить. Давайте уберем... строителем болота это, да, тут надо подумать потом где. Ну, все равно еще театралку не буду, я все равно потом буду сейчас не театралку, а промышленную зону ставить. Мне тут с производством, с культурой так все зашибись. А мне надо было сразу союзиться. Так, тут производство откладываем пока. Когда там Кардифу три хода. Ну вот здесь бы я, наверное, центр коммерции ставил. Святилище и храмы Павла. Я понимаю, что это культура, но у меня с деньгами такие проблемы большие. Мне надо все-таки здесь как-то город, иначе будет отваливаться Кардифф по лояльности, мне кажется. Но захватывать его все равно надо. Да, вассалы. Есть такое... Так, тут в Никее откладываем, а вот в Антиохии нет. Так. Кстати, у нас Римская империя, Византийская империя рядом, Восточная и Западная Римские империи в игре. Да, расположение. Да, даже и по расположению то же самое. А еще у нас это историческое нашествие монгол на Америку. Все по секретным документам. Да блин, Перс, что у тебя тут за территория такая? А что? Ты вообще не пройдешь. Ну, тут очень гористо, это да.
целом я доволен территорией. Мне такая гряда от монголов защищает. Тут только по морю. Чё, вы меня все так боитесь? Конечно, до корпусов далековато. Привет, перс. О, привет. Блин, сейчас тут убьет еще мне этого рабочего, я зачем-то встал. Примешь сделку? Мне реально надо раскочегаривать именно счастье за... Ух, плюс 7 довольства. Фига себе, плюс 8, я такого вообще не видел. Так, давайте мы... Ну, то есть это слишком много, мне столько не надо. Надо вот сюда город и сюда еще будет поставить, видимо. Хотя вот тут, конечно, плохо, он уже хлопок забрал. Слушай, Египет, над тобой вообще кто-то есть еще? Ну, перс надо мной, и все. В смысле? Перс надо мной? Ну, он и надо мной, получается. Понял. Так, там, видимо, слишком... Так, блин, вот не видно... Не видно лояльности на эти города. То есть там японец был еще. И мастерская. Так, индустриализацию один ход можно пооткрывать. Что мы тут открыли? Рационализм. И либерализм. Не, ну слушайте, у меня можно республиканское наследие вообще изи убирать, на самом деле. И либерализм меню. Давайте как раз поставим этого... Где они? Ремесленников. Да и вассалов можно убирать, на самом деле. Ну, стены, мне кажется, не нужны. Против иноверцев там, блин... Кардив моей религии. Может взять... Ну, блин, мне негде военный лагерь ставить. Ладно, пока вассалы пускай стоят. Один ход. Национализм 7. Ну, давайте я выдвинусь. Как-то вот так, наверное, встану. Тут эту вот всю шушуру надо будет убить. Анкарват, слава богу, я уже испугался, что Колизей.
Ну, пока поисследую тут территорию. Ну, у Кардифа много юнитов. Так, пошли селитру обработаем. Давайте амбар сначала, а то Анкара... Это Анкара, кстати. Вообще не растет. А как вообще налево пройти? Византия это... и Перс? А где ты? Рыцарь? Вот этим вот рыцарем... Да. Нет, иди в столицу, там ты не пройдешь. В столицу и от столицы... Короче, в столицу, когда придешь, скажу тебе. Через кампус? Да, через кампус, только так. Ага. Опять кампус. Извергся. Я так понимаю, там вам вообще хрен подойдет, да? Да тут вообще горы капец какие-то. Просто какие-то ваншоты. А давайте захватим рабочего. А давайте убьем. Так, поскакали, наверное, уже этим и этим. Пускай долечится. Культурный союз. Принимаем. Что тут вообще у Кардифа? Ну, во-первых, можно будет кампус, да, поставить неплохой. Ресов... Ну, так себе, ртуть. Вот тут мне точно город надо. Здесь я, наверное, все-таки не буду ставить уже, а вот сюда точно надо. Ну, нигде мы пока его не строим. Так, давайте отложу пока индустриализацию. Пошли в книгопечатание, откроем. Потом мы просто... Мне главное деньги где-то найти, но мне надо идти тупо в нефть и тупо танками сносить Египет. Вот и все. Вот такой план будет. Давайте, наверное, по городам еще пройдемся. Ну, 7 довольств. Видите, я даже убрал. То есть тут больше 5 довольства нету смысла иметь в городах. Так, вот тут на еду... Так, а кто расскажет, как там вот My Life, Уба и Иван развиты? Какие у них показатели вообще? Ну, Уба один город остался. Ничего не понятно. У перса 176, у меня 100. Я перса вижу и так, мне не перс нужен. Уба американец 20, 77 монгол, это My Life, и 112 венгрия, венгельмина, лично венгрия. Что ты, что ты его все венгром пытаешься? Не, интересно. Ну, блин, тут ап. Давайте от... Атак. Ну, там рабочего захватили, я... мне не жалко. А где тут? Куда тут? Тут был вроде арбалет. Потому что Вингельмина намного сложнее выиграть, чем венгр. Ну, говори просто Голландия.
Это вспомнить еще надо, что это Голландия. Мне всегда казалось, что Голландия более известная страна, чем Венгрия. Перс, глянь там. Тебе сток хватит? Ну, вроде да. Окей. Так. Открываем индустриализацию, потом книгопечатание. Может, все-таки вернуть сюда лян. Ну, надо, чтобы клетки присоединять. Давайте я вот эту клетку все-таки куплю, наконец. 95. Не. Нет. Так, шпиона. Я отойду до конца таймера. А мне, кстати, его сажать некуда. Подождите, мне сажать некуда шпионов, потому что... У меня со всеми союзы. Прикол. Ну, тогда водяную мельницу. А я правильно понимаю, что вот эти все монголы, Голландия и... Они слева или справа вообще? Слева. Что, за Римом? Нет, за Римом, да. За Римом там такое озеро большое. И вот на другом берегу этого озера монголы. Я... Да. Смотри, какое озеро? Я тут вижу Тихий океан и Южный океан. Мексиканский залив. Через него Нью-Йорк. С монголами от меня. Так, слушайте, ну мне надо, наверное, тогда... Этим дуболомом. А теперь меня слышно? Да. А, да. Отлично. Я спрашивал персы, а что за бессмертный тут ходит у меня? А, это просто разведка будет? Да, он через меня пришел. Все, хорошо, ладно. Сейчас тебя бессмертными пушить буду. Господи, еще и Колизей, еще плюс 8 довольства. Мне, короче, и вассалов можно убирать вообще. Что там за ГГшку разобрали? Не ГГшку, это Америка. А, это Япония только сейчас? Не, Америка? Это Америка. Ничего себе. Америка, ну, спасибо за игру. Спасибо за игру. Ты был молодец. Тебе большое уважение. А как его, ну, типа, что там, каким образом? С такими сложностями. Ты не представляешь, насколько у него тут рельеф. У него, короче, между всеми городами проход в одну клетку. Просто жесть. Если бы не такой рельеф, он бы ходов 15 назад это. Не, ну он молодец, хорошо сражал. Слушайте, давайте мы уже будем покупать эти тагмы, куча. Потому что пока я доберусь, хватило, как раз и национализм открою. Почему-то он чисто на пиках сдержался. Ну. Если бы он арбалеты строил, я бы, наверное, вообще не пробил. А что, он арбалеты не строил? Ну, я так понял, что он не особо опытный игрок. Ну, тогда ладно. Так, один ход. Ну, я могу уже какой-то... Уже какой-то строить. Что со священными местами? Ну, вот тут, кстати, священное место... Ну, вообще, плюс 3 есть. Ну, это... Лес надо удалять. Я бы тут тогда его на... Так, давайте, наверное, центр коммерции вот здесь... Темпломайор, но у меня тут одно маленькое озеро. Так что Темпломайор... Беру пока свою рожу. Ладно, давайте рабочего пока. Строитель. А дальше, значит, ставим... Классно, у меня угля нет вообще.
Что такое уголь? Это реально. Так, а у меня? Это уже в угле, ни хрена себе. Да уж 100 лет, по-моему, назад. Блин. Алёха, а у этот перс у тебя рядом, нет? У меня рядом. Ну ты видишь там, да, 200 науки? Ну, у меня 150. Понял, принял. Да, я до этого угля, наверное, не доберусь. Мне надо все прокачанные на уровень им дать корпуса всем тагмам. Я думаю, это понятно. В арбалеты пока не апаемся. О, вижу монгола. Так, а зачем я его ищу? Торговать, может? У меня вроде нечем. Нефрит. Блин, ну у меня просто столько счастья, что я не думаю, что мне это прям все очень надо. Давайте я сюда пойду. Центр коммерции. Так, книгопечатание, навигация по звездам. Перс-сделка. Мне вообще надо в нефть идти, на самом деле. Так что две бомбарды нет. Два арбалетчика надо сделать. Ты со мной вообще не рядом граничишь, так что можем даже засосаться. Нет. Так, осуждаю, без пропаганды. Алексей, о чем ваши мысли? Что, целуешь мои мысли? О, как интересно. Вот не хотел, но сейчас задумался, да, что в принципе можно и поцеловать. В принципе, да. Так, ну национализм возьму. Нет, скажи мне, куда плыть? А, блин, я наемников-то открыл? Я наемников так, не открыл. Давайте сначала национализм, потом наемников. Кулаково. Ногой. Мне надо корпуса сделать. Ну ты по морю не доберешься, да, Лёша. А кто на море есть еще? В смысле, я плыву, подожди, я на море, у меня там дуболом плывет. Я вот сейчас монгольские уже границы вижу. Не, там Нидерланды вообще сверху. Ух ты, плюс пять. Они, да, еще над монголом, по-моему. Почему тут плюс пять? Нидерланды, ты сейчас сверху карты, а Леша... Ну, кстати, в Салониках можно здесь будет поставить. Ничего себе, Леша. Да, я такой. Каково быть богом? Ты не... Я просто в центре вселенной, господи, почему богом-то? Ну как же, ты же Византия. От них же, по-моему, пошло, что монарх — это царь и бог. Да. Так, следующим ходом будем объединять. Стоим, ждем. Рим, а ты так, а сколько нам надо вообще? Была это... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. С прокачкой. Я забрал, еще третий был где-то. Раз, два, три. А где примерно твои эти стоят? Да? Четыре, еще три, значит, нам надо. Я не знаю, я сейчас, по идее, могу ее забрать, но ладно, тебе, типа, по-честному будет оставить. Я ее уже забрал, так что... А, ты уже даже забрал, все, хорошо. Да я просто в туман зашел, и хренак там это, юнита дали. А их там, получается, три подряд валялось. Вот как раз там, где ты стоишь...
две подряд вот были на лошадях. Не на лошадях, ниже лошадей. Или. Бляха, где у меня, короче, стоят эти. Ну, не важно, город, короче. И. Да. Нифига их там выпало, конечно. Так, ну засуха здесь мне не страшно. Промышленную зону. Так, колесницы живут с того момента. Все, надо на плюс 6. Который я поднял. Но сначала надо лес оттуда убрать, поэтому давайте. Строителя. Помечу, куда я хочу тут ставить промышленную зону. Так, есть монгол. Как мне теперь найти Ивана? Ну, ты где монгола встретил? Около какого города? Сейчас скажу. Да блин! Вашингтон. Понятия не имею. Этого я еще не видел. Знаменитый монгольский Вашингтон. Я вот около Брюсселя бегаю, если что. Тоже у монголов в пятой циве были рандомные названия городов, да? Вообще, кто сейчас говорил, его вообще не слышно. Слышно было. Мне очень тихо его было слышно. Я говорил, что это же у монголов в пятой циве города были с другими названиями, да? Других наций. Нет, у этих... Не скифов, как их? У гунов. А. Точно. Так, тут я пропущу ход, потому что я центр коммерции собирался на месте вырубки ставить. Так, национализм, ну, наверное... Нифига. А, можно поставить, кстати, на один ход против... Кого? Чтобы меньше теряли силу. Да, Византий тут развлекается. Да, Византий, блин, что-то мне теперь тоже стало страшно. У него в армии много, и это... Веры много. Да ты не сцы! Да-да-да-да. Учитывая, что у меня захватить достаточно будет легко тебе. Мне тебя будет достаточно проход, легко захватить? Да, Рим подо мной. Ну, да, дай мне просто проход. Почему нет? Так, мобилизацию ускорили, наемников открываем. Что-то тут, значит, помочь. Ставим. При поражении юниты меньше теряют боевой мощи. Так я дал, но ты тут не пройдешь, тут горы. Сплошные. Так, значит, здесь вырубаем. Не поморю, вообще без вариантов. На да, центр коммерции. Сплошная горная гряда. Как бы удобно в России здесь. Первый раз такое вижу. А где я здесь хочу промышленную зону, например? Все по плюс один, там есть плюс два. Ну, около правительственной, да? Акведук вот здесь. Ну, если здесь акведук... то тогда промышленную зону сюда можно поставить. Потому что будет соседство, тогда не будем вырубать камень. Монгол, ладно, давай мир заключим, если меня что-то Лёша напрягает. Не хочу воевать с тобой. Да я не буду на тебя нападать, серьезно. Да. Я забираю Кардив, вот тебе Египет может, я Кардив забираю, это вообще в другой стороне от тебя. Да, все так и происходит, я, наверное, следующий. Ну, даже Египет боится. Меня пока... Слушай, Ирина, тебе мало, что у нас 15 ходов в союз, то есть... Ну, как раз к этому моменту ты и подготовишься. Я как бы уже готов. Я захватываю Кардив, еще раз повторю. Ну так с Кардифа перебросить до меня-то нужно войска, наверное. А потом я Венецию буду захватывать. Ему проще на меня напасть, блин. Ну, смотрите. Хорошо. Египет, я уже с тобой повоевал один раз. Ты сможешь поставить на границу метку, пожалуйста?
У тебя войск не так много. Ты меня просил метку поставить? Не-не-не, Перса. На чьей границе? Рима? Ага. Я хоть понимать, где он находится. Надо еще что-то построить в Константинополе. Может, водяную... Ну, тут, правда, не... ну, вообще есть кукуруза. То есть водяная мельница, в принципе... Норм будет. Ну, там эти пращники не должны убить мне. Вау, просто... Слушайте, ну это да, это... это мощно. Да блин. Не, пожалуй, отойду. Византия. Что? Чё, ты мне столицу обратил. Ну, я молодец. Да, да. Мечты о Гурдваре сбылись, блин. Всё, строй быстрее. Ты уж купил. Так, у меня еще два этих, это вот этих. Ты договор либо принимай, либо отказывайся. Вроде я не видел, что ты отказался от него. Так, значит, водяную мельницу тут я хотел. Мы будем убирать лесопилки. Рынок. Идем вот тут вырубать. Сколько зарядов? Два. Как раз убираем лес и эту каменоломню ставим. Ну что, Лян? Давайте, наверное, уже Лян прокачаем и поменяю опять с Рейной. Лян, в смысле, буду качать, чтобы прочные материалы. Блин, почему кони не летают? Как люди? Как птицы. Как ОРБ. Или как он там, ОБР. Так ОБР перепрыгивает, а не летает. И меня бы и это устроило. Так, тут норм. А, дальше. Ставим на... скидка в стоимости. АПМ. Два арбалетчика. Так, что еще? Две бомбарды мы не сделаем. Угольную электростанцию. Это сделаем. Ну, наверное, надо. Святилище. Так, надо караваны строить. Ну, это в Константинополе можно, кстати, будет вырублено. А, Кир, будем союз продлевать? Да, я только за. Сейчас кину. У нас новичный был, да? Да, по-моему, да. Кинул. Блин, чуть-чуть не хватает, да? Может, этим проатаковать? Может, на самом деле военный, если нас Лёша напрягает. Немножко своей армии. Ну, в принципе, давай военный. Видишь, Кардив захвачен. Вопрос, кто следующий? Венеция. Я кинул тебе приглас. Принял, спасибо.
Блин, Кардив даже еще ни одного района не построил. Ну, охренеть. Ну, есть кампус на плюс 3, конечно. Ну, в смысле, можно построить кампус. Так-то он ничего вообще не построил. Ну, видишь, тупик там. Это насколько у тебя там кампус? Да, немножко совсем. Торговец 4. Я бы в столице скорее строил. Так, а тут кампус какой будет? Да. На плюс 2, на плюс 3. Там опять же... Может лучше сюда поставить, и соседство будет. Черт, что-то... Жалко, ладно. На плюс 2 поставлю. Жалко денег на выкуп клетки на самом деле было. Прям два каравана сразу. Я как раз два хода буду это убирать, потом вырубать лес. А фермы на холмах строить можно с какой? Мобилизация вроде. Давайте я тут шпиона. Не, на холмах строительная инженерия. Строительная Сиба. Инженерия. Сиба. Ну, мне кажется, что все-таки надо реально Египет именно сносить, потому что у меня по лояльности лучше всего, что никому не будет отваливаться. Видите, без этого не убивал, подвел тагму, стало плюс 4, могу убивать. А, ну, все равно не убил, но показывал, что типа полностью убиваю. Не будет, он сейчас половину желтым станет. Пускай, я не против, чтобы он меня атаковал. Все, у меня все... Так, мы в корпусах, отлично. Значит, лечимся, стоим. Ух ты. Соленое озеро. 5 ходов до следующей эпохи. Ну, я походу опять в нормальный, скорее всего, вывалюсь. Надо из Никомедии отправить. Тут промышленную зону. И эту, так, из Антиохии, из Салоник. Ну, еще одного рабочего караван могу сделать. Давайте сделаю и из Кардифа отправлю. Промышленная зона. Блин, запреточку тоже было бы неплохо построить. Углем никто торгануть не хочет случайно. О, перс, не хочешь углем торгануть? Могу торгануть. Если ты точно на меня не будешь нападать. Так что продлим союз и торгану. То бишь через 8 ходов. Блин, интересно, а вот тут что-нибудь есть еще? Ну вообще, сильно отваливается.
Это 0.8. Я думаю, что нормально. Я еще когда Венецию заберу, вот Венеция скорее будет от перса больше отваливаться. Вообще, я бы тут поставил город реально. У Балха и у Тарса. Да, я их вижу. Итак, чисто намекаю. У меня с ним союз. А. Точнее, дружба. Ага. А он, значит, ко мне через это собирается идти. Похоже, что... Через тебя. Осуждаю. Кстати, монгол был союз. Я что-то забыл. А может, не хочет с ним продлевать союз? Я мирный, я точно ни с кем не хочу воевать. Ну просто, скорее всего, тогда ты наш союз подломаешь. А, у нас же военный, точно. Да я не буду на Рим нападать. Я обещаю, что я не буду на Рим нападать. Не про тебя, не про тебя. Монгол тут подводит. Понял. А ты, кстати, если на меня монгол нападешь, точно, у нас же союз военный с... Ничего не произойдет, мы с ним тоже в союзе. А, да? Это раз. Во-вторых, мы с тобой так в войне уже. Блин, а плюс 5 я не получу? Нет. А хотя хрен знает. Нет, если... Плюс 5 только если тебе объявят войну перс тоже. Я в союзе не могу. Так, сейчас будет, перс, кстати, больше, минус 10. Ближе, этого, так что... Ну, походу, надо Рейну в Кардив. Ты угрожаешь, типа? Нет, чтоб он не делал глупостей. Какие глупости? Я сижу тут с самолетами. Мне нормально. Верь. Сюда надо город какой-то таки ставить. Так, не комедии. Наверное, в Константино... Это не Пангея, да. Это какая-то хрень непонятная вообще. Из Салоник. Настолько супер все изрезано, супер все это реально. Тут надо было брать какую-то Сандока и сидеть чисто чили. И из Кардифа. Слушай, вообще нереально драться. Так и не дерись со мной, зачем он тебе? Давайте, наверное, сначала окружу. Ты понимаешь, что ты просишь не драться на монголе? Ну, ты вообще думаешь... Я понимаю, но... Да, это из разряда того, что вот когда у меня тагмы появились, типа тоже Египет, не надо нам воевать было. Куда? Что мне с тагмами делать? Я также с бессмертными Японию захватил. Это еще плюс к тому, что ты на меня первый воевал. А смотри, перс, сейчас торговый путь, если он наш разграбит. Это плохо. Если там твои кораблики, я их не смогу грабить. А я тут только твои кораблики вижу. Так, что... так я вообще земными юнитами не могу воду грабить. К монголу могу теперь. Точно? Да. Шпиона отправить. Ох, блин. О, интересно. Давайте к кампусу. Давайте в центре города, пожалуйста. Зачем? Или в военный город. Да, да, в центре города, чтобы стены построили. Стены построить, либо военных, да. Согласен. Зачем вам это все? Ну там монгол нападает на Рим. Да. Монгол забрал Америку, сейчас еще Рим хочет забрать. И при этом все, у меня меньше всего статов. А у Рима есть религия? У Рима есть религия? У Рима нет религии, есть религия... А хотя, ну так, нет, нету. Леша, она будет считаться, если... Не, не будет, она только мне. Это страшно. Окей. Тогда давайте нету. Черепашу дадим, этот чел уже... А может, осудим Ямирной? Это же как раз таки монгольская... Монгольская разве? Так. Вроде да. Монгол твоя? Я мирный. Нет, 8 на Амира. Я думаю, что этого хватит. А, это Амир. А у тебя нет религии? Откуда? Ладно, давайте 9, чтобы я что, прям 100%. Этого. Хотя, может быть, больше надо было. Ну, давай за мертвую религию я проголосую. Ну, прошло православие. Православие. Да, Леша, который ни с кем не будет воевать. Ну, мне надо быстрее ГГшки забирать. У меня через 3 хода с ним союз заканчивается. Да не буду я на тебя нападать. Да вы достали. ГГшки забираю. Фига у него тут армия ко мне. Ну, походу я это... Ненадолго остался с вами. Хотя 620 всего военной мощи, как так? Так у тебя 460. Ну вот я о том же.
Ну, стены строить тебе сделали, стены строить, да, средневековые, это вообще, это довольно тяжело будет человеку, вообще-то. А вы еще с ним в десна пососитесь, ля. Стены строишь. Религию. Я понимаю, что пососитесь — твое любимое слово, да? Ну, да. Понятно. Я монгол играю. То есть ты там смокшешь вот этот балык там всякий, который вяленый под седлом лошади? Конечно. А ты как ты представляешь, ты видел сколько? Просто потом как-нибудь гляните, сколько я на этих кишаках прошел. Это просто пипец. Еще и проплыл. Так, Египет, мне твой вот этот разведчик очень тут не в тему встал. Да, да, я понял, я сейчас отведу. Ну, в смысле, не сейчас, а не следующего. Так, три хода. Давайте вот поселенца здесь все-таки сделаем. И вот тут где-то поставим. У меня до сих пор 7 довольств больше. Какие карточки в следующем темном веке, никто не помнит? Блин, золото не выхожу. Блин, я бы с монголом... Монгол предложение... Не торговал бы счастьем. Ты уже монгола видишь? Ну да. Встречное предложение. А не может, не можешь, Лёш, дойти до Брюсселя кем-нибудь? Не, торговать, торговать я не хочу с тобой. Ты там захватываешь. Так что либо я? Так, либо никак. А ты не этим занимаешься? Я ГГшки захватываю, а не людей. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк.